Здравствуйте. Разрешите представить вам новый курс Матвея Северянина, довольно-таки очень известного видеоблогера на Ютубе, который в дуэте с Артемом Плешковым. Сейчас мы его найдем. Вот Артем Плешков, который довольно-таки тоже известный человек в интернете. Он занимается подписными базами, трафиком, ну и, в общем, заработком в интернете. Так что вот эти два товарища сделали новый курс. Ну, в основном это курс Матвея. То есть связан он больше с Ютубом, с продвижением на Ютубе. Ну, для того, чтобы определить, что это за курс, ну, можно послушать отзывы. Вот довольно-таки известный человек Ильдар. Всем привет, меня зовут Эльдар Гузеиров. Я решил оставить отзыв для Матвея, известного в интернете и в Ютубе как Панда. Честно говоря, за время нашего сотрудничества этот человек проявил себя как настоящий профессионал. Я очень доволен его знаниями, его опытом и могу вам его порекомендовать как эксперта в сфере продвижения видео на Ютуб. У Матвея отличный результат, это более 300 с лишним тысяч подписчиков. Это более 20 или даже там 50 миллионов просмотров, я уж точные суммарные цифры со всех его каналов не знаю, но результаты действительно очень крутые. Матвей профессионал, я с ним работаю уже на протяжении полугода, он ни разу меня не подвел, и соответственно я могу вам точно сказать, что этот человек вам тоже сможет помочь и решить любую проблему, связанную с YouTube, это в рамках его компетенции. Ну, далее здесь отзывы учеников, отзывы людей, которые заказывали рекламу у него, брали консультации. Вот сам Панда. То есть также можно послушать презентацию самого Матвея. Здесь вот. Привет, меня зовут Матвей. Это мой основной канал на YouTube, на нем на данный момент 333 тысячи подписчиков. А это каналы моих друзей и учеников. У него 106 тысяч подписчиков, это канал Миссисипи. И Телблок, у него 233 тысячи подписчиков. Тоже неплохо. Сколько может приносить YouTube канал? Давайте посмотрим мою аналитику. Как вы видите, здесь цифра 7 тысяч долларов за 365 дней, то есть за год. Но это только один мой канал, у меня на данный момент их 13. Но! Не стоит забывать, что это только партнерка YouTube, не говоря уже о том, что мы иногда рекламируем ноутбуки, мышки, игрушки и много еще всего, зарабатывая на этом дополнительные деньги. И в том духе дальше, то есть вы это все сами послушаете. Также можно посмотреть отрывки уроков курса. Всем привет, друзья, меня зовут Матвей, в интернете меня чаще называют Панда. И так уж вышло, что я набрал на всех своих YouTube каналах суммарно более 700 тысяч подписчиков. Это странная цифра, но сегодня не о ней. Сегодня мы начинаем наш видеокурс о том, как вообще зарабатывать на YouTube, как заработать 1000 долларов на YouTube с помощью 5 простых шагов. Каждый из этих шагов будет разделен на подшаги, чтобы вам было понятно, на маленькие цели, на микроцели, чтобы было проще работать, проще их достигать. Итак, перед тем, как работать с чем-то, нужно, конечно, понять, что вообще перед нами и... Сегодня хотел бы рассказать о том, что YouTube это не только классное хобби, это действительно веселое и прикольное хобби, но еще и денежки. Денежки нужны всем, кому-то больше, кому-то, как мне сейчас, уже поменьше. Основные потребности я закрыл. Тем не менее, покажу реальные примеры, чтобы не быть голословным. Вообще есть несколько способов заработка на YouTube, это продажа своих услуг, продажа чьих-то товаров, реклама каких-то магазинов, ну и, соответственно, партнерка Google AdSense. Об этом мы поговорим позже, у нас будет целый блок, целый шаг про монетизацию. А пока просто посмотрим на примеры, которые, возможно, вас мотивируют. Итак, это мой канал «Заработок в интернете с нуля». За 90 дней его доход составил 200 долларов. Не так много, но и канал довольно непопулярный. Довольно непопулярный. Это связано с тем, что тематика очень узкая, заработок в интернете интересен не всем. Это мой основной канал, но нужно понимать, что это доход за год, то есть за год он заработал 7100 долларов. Работаю я с этим каналом примерно, наверное, час в день, не более того. То есть, ну вот, работая час в день, правда, каждый день, работая час, можно заработать 7106 долларов. Причем это не весь заработок с этого канала, там размещается еще реклама, оттуда рекламируются разные мои услуги, но ситуация примерно вот такая. Причем я не очень много рекламы размещаю, то есть это просто, ну,
можно сказать, практически по минимуму. Итак, вы получите вот такие короткие уроки. Почему они будут короткими? Почему они будут именно такими? Дело в том, что я понял, что вываливать на людей кучу какой-то информации – это сложно. Люди часто не понимают, когда даешь им большие куски информации, для них это тяжело. Поэтому курс построен на маленьких видео, маленьких кусочках, ну буквально вот таких, 4-минутных. Это простая презентация, в которой я показываю, объясняю, рассказываю, что делать, как делать и почему делать, в чем фишка и что использовать, какие приемы. Привет, ребята! С вами Артем Плешков, и сейчас я хочу показать вам, какой дополнительный бонус вы получите. И сразу скажу, что этот бонус достанется только первым 100 человекам. И он будет полезен тем, кому нужно больше трафика, чтобы было больше продаж, чтобы вы зарабатывали больше денег. Короче, этот бонус будет полезен и нужен всем. Что за бонус? Бонус называется «Лаборатория трафика». Это доступ к моему сообществу, которое называется «Лаборатория трафика», в котором я набираю контент по наборе подписчиков. То есть, где брать трафик? Все вопросы, которые по трафику есть, ответы все будут в этом сообществе. Плюс здесь будут люди, которым интересно набирать подписчиков, которым интересно учиться набирать подписчиков, которые умеют набирать подписчиков. Кстати... И в том духе дальше. То есть все вы это посмотрите и решите. Ссылка на курс в описании ролика.